Его поймали, арестовали. В Магнитогорске задержали беглого преступника. Он исчез из колонии поселения в поселке Нижний Атлян. Несколько месяцев скрывался от полиции. На днях был замечен в городе Металлургов. Подробнее в нашем сюжете. Экипаж ППС патрулирует улицы и дворы Левобережья. Именно сотрудники патрульно-постовой службы задержали беглого преступника. Он отбывал срок в колонии поселения области за кражу. Пошел в магазин и пропал. Случилось это еще в июле. С тех пор мужчина числился в розыске и вдруг объявился в Магнитогорске. При патрулировании ехали и обратили внимание на мужчину, который был неряшливо одет. Мы подъехали, решили узнать его данные. Тут смотрим, а у нас ориентировка была до этого. Он схож с ориентировкой. Его искали 3 месяца. Сначала вблизи Миаса, рядом с поселением. Затем поиски распространились на всю Челябинскую область. Сам беглец родом из Кизильского района, видимо, потянуло поближе к дому. Вел он себя спокойно, но все равно было видно, что он что-то скрывает, что-то недоговаривает. Фамилию как-то невнятно говорил. Было решено доставить его в отдел полиции Левобережья для дальнейших разбирательств. Уже в отделе полиции стало понятно, что это разыскиваемый беглец. Теперь ему грозит ответственность еще и за побег из мест лишения свободы. А магнитогорских стражей порядка ждет поощрение. За проявленную бдительность сотрудниками отдельного батальона патрульно-постовой службы Управления МВД России по городу Магнитогорску уже подготовлены документы на их поощрение. У беглеца к уже имеющемуся сроку в 4 года добавится еще минимум 3 за побег. Отбывать наказание он будет уже в колонии строгого режима. Елена Винс, Артур Узенбаев, информационная служба «Медиагруппа Знак».